Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ольга. Сегодня у меня для вас несколько посылочек с AliExpress и Wildberries. В первом пакетике у меня вот такие вот застежки для эластичных шнурков. Заказала своим мальчишкам в черном цвете и в серебряном. В комплекте идут две застежки вот такие вот. Вот так вот сюда вдевается шнурочек, закрепляется. И есть посерединочке кнопка. Когда на нее нажимаешь, замочек раскрывается. Когда их получила уже, потом подумала, чего это я их не заказала-то в комплекте со шнурками. У продавца был такой лот, но я что-то ступила, и ну теперь придется искать эластичные шнурки у нас в городе. Следующая посылка — это маска от черных точек. Тут в комплекте сама масочка и бумажные, как не знаю их обозвать, салфеточки. В общем, надо разогреть эту маску на распаренное лицо, нанести ее, потом приклеить вот этот листочек, подержать 10 минут и потом аккуратненько снять. Мы попробовали, маска работает. Но запах у этой маски такой, знаете, клей ПВА плюс отдушка. Ну, даже не знаю, смотрите сами, но сразу говорю, лицо нужно распарить хорошо. Если не распаривать, она работать не будет. Вот такая инструкция в картинках есть. Ну и на сайте у продавца карточки товара тоже есть инструкция. Следующая посылка — это силиконовые шнурки. Здесь в комплекте идет 14 штук, то есть на каждую ногу по 7 шнурков. И так до 7, в общем, 4 единички, все остальные по 2. Хорошо тянутся, уже вдели их в обувь, мальчишки носят. Довольны, что не надо расшнуровывать обувь. На каждом шнурочке есть номерочек. Вот здесь можно посмотреть, чтобы не запутаться. Вставляются, кстати, они тяжеловато. Нужно проявить немножко сноровку. Следующая посылка — это посылка с AliExpress, пластина для стемпинга ко мне пришла, вот такая цветочная. Пластинка рабочая, но не со всеми штампами она у меня работает, с более такими жесткими, упругими плоховато рисунок снимается, а вот мягеньким прям очень хорошо. Еще две пластины. Что-то меня потянуло на цветы бабочки. В первой посылке, в первой конвертике вот такие розочки всевозможные. Ну, а здесь бабочки различные. Пластинки работают обе хорошо. Все мельчайшие точечки переносятся. Следующая посылка с Wildberries — это топ. Он без липкого слоя, жиденький. В работе мне понравился. Глянец у него хороший. Единственный минус, нигде не нашла даты изготовления этого топа. Но со дня вскрытия 12 месяцев срок годности, поэтому будем отсчитывать с сегодняшнего числа. Посылка с AliExpress. Здесь ко мне пришло
три геля, гель-жвачка. У многих девчонок уже видела, конечно же, мне тоже захотелось его попробовать. Заказала молочный, прозрачный и нюд, а также еще одну кошечку. Гель, правда, не липнет абсолютно к рукам, такой как пластилинчик. Буду пробовать наращивать ногти, но, наверное, конечно, уже в следующем видео. А здесь прям он настолько прозрачный, что видно дно. Так классно. Я прям долго рассматривала. Ну и нюд тоже очень красивый цвет, такой натуральный. Ну и кошечка заказала в красном цвете. Красной кошки у меня до сих пор нет, именно вот такой чисто красной, плотненькая она такая. Сразу же выкрасим. Частички реагируют быстро, и лак прям такой плотненький. Наверное, я так его и оставлю в один слой. Посмотрим, конечно, как на руках. На руках я его еще не пробовала, но я думаю, желающих на него будет много. Здесь уже под топом. Сверкает вообще красиво. И нанесла я его еще на прозрачный тип, чтобы вам показать, какую плотность он имеет. И специально сделала вот такой блик, чтобы посерединке, посмотрите, он такой витраж, красивый, ярко-красный и темненький. Вот они в сравнении на молочном и на прозрачном типсе. И попробовала нарисовать вот такую розочку. Все-таки весна, лето, может быть, кто-то цветочков захочет. Следующая посылка сборная. Давайте посмотрим, что мне прислали. В первом конвертике слайдеры. Это мой повторный заказ. Я такие заказывала в прошлом году, и они у меня в последнее время очень быстро разошлись. Я их использую, эти цветочки, в дизайнах такие, знаете, как типа сухоцветы с поталью. Я прям разрезаю эти цветочки по лепесткам, по частичкам, и на ногтях они смотрятся вот прям как сухоцветы. Очень похоже, моим девчонкам понравилось. В следующем пакетике вот такие стразы. Комплект состоит из 50 штук, но я пересчитывала. Здесь их 55, из которых 2 немножко покоцанные. Остальные все ровненькие, красивенькие. В следующем пакете наклейки, я их заказывала в разное время у разных продавцов, но объединили мне 2 посылки в одну. Первая наклейка здесь цветочки и надписи, ну в основном я заказывала их из-за надписей. Во втором вот такие экзотические листочки, надписи совсем чуть-чуть, но на лето очень яркие и красивые. Вот самые крупные листочки мне на большой пальчик. Следующие наклейки такие очень нежные. Есть вот такие, где беленько, это они как рамочки белые такие вокруг и белые надписи там. То есть клеишь вот эту картинку, сверху рамочку. И вот так вот получается. Следующая наклейка в таких, наверное, более осенних спокойных тонах. Тоже надписи, сердечки, рамочки. Любовная тематика, как без нее, сердечки, цветочки, надписи на Валентинов день подойдет и на любой другой. Следующая наклейка уже более осенняя,
Эйфелева башня, зонтики, деревья, листики, бабочки, лица. Но все это очень четко смотрится, читается. Вот эта наклейка, я думала, рисунки будут гораздо меньше, но тут прямо они огромные. Мало того, что они на длинные ногти, но еще и на широкие, я думаю, вот на большой только пальчик, вот эти самые большие подойдут. Ну, хотя есть, конечно, девчонки, у кого ноготочки и пошире. Следующие цветочки надписи в сиренево-голубом цвете. Тоже для нежных дизайнов самое то. Звериный принт тоже не ожидала, что будут настолько крупные элементы. Здесь коричневые и черные, но коричневые вот плохо просматриваются. Какой-то вам немножечко, может быть, видно тут оттенок. Ну вот прямоугольник, кружочки, сердечко вот коричневое. Следующий пакет разочаровашка. Пришло мне все высыпанное. И когда я пересыпала их в баночку, тут явно нет 1440 штук, но за 60 рублей, думаю, даже спор открывать не буду. Можно было, конечно, открыть спор, половину выиграть, ну ладно, 30 рублей китайцам простим. А следующая посылка с Wildberries, уже готовлюсь к лету, заказала неоновых лочков. Продавец положил в подарок масло с ароматом розы, кому-нибудь из девчонок на 8 марта подарю. А может и себе, конечно, оставлю, не знаю еще. На запах оно такое, знаете, раньше был на бальзам для волос. Может кто-то помнит, старшего поколения назывался, то ли как-то, какая-то роза, в общем, была. Она такая в тюбике, в жестяном была, как зубная паста. И вот также запах прям такой же. Наклеечки для Tips в комплекте идут. И сейчас вот разверну. Каждый посмотрим в отдельности. Продавец хорошо все упаковал, пупырочку на дно коробочки положил. В общем, позаботился о своем товаре. Итак, начнем с 1 по 9 номер. Наносить буду в один слой. Ну а на ручках, я думаю, два слоя потребуется, потому что не совсем ровно он ложится. Все лаки из этой коллекции плотненькие, поэтому блестки здесь не так хорошо просматриваются, как на многих других светоотражайках. Но мне это не мешает нисколько. Здесь вот только один лак, дальше вы увидите, по-моему, 4 номер. Вот он как полупрозрачный, он и сияет лучше всех. Но мы все прекрасно понимаем, что блестки нужно, чтобы они лучше сверкали в полупрозрачной основе. А на лето неончиков хочется плотных, поэтому вот... Производителю, видимо, пришлось выбирать либо много сверкающих блесток, либо неоновый цвет. Ну, я думаю, кому захочется побольше сверкания и блеска, мы просто перекроем все это светоотражающим топом, и все будет сиять, как бриллианты на солнышке. Нанесла три оттенка еще на прозрачный типс. У меня прозрачные типсы, к сожалению, закончились вот на такие вот. Но главное показать вам. Вот видите, вот этот розовенький, он прозрачный, а все остальные уже плотненькие, они уже не будут просвечивать. И вот так вот они выглядят все вместе. Под топом. Покажу их также вот под вспышкой. У меня здесь вспышка и лампа кольцевая. И сейчас еще выключу лампу и тоже вам покажу их. И вот здесь они уже при выключенном свете под вспышкой. Ну и с пластиночкой сделала вот такие вот несколько дизайнов. Черно-белый мне, кстати, больше всего понравился.
Ну и салатовый тоже такой летний. Вот, и сделала с пластины с ромашками, с розочками, паре по паре дизайнов. Ну а у меня на этом все. Я надеюсь, мое видео вам понравилось. Большое спасибо за внимание. Всего вам доброго, хорошего и пока-пока!